Всем привет, мои хорошие, и с вами Светлана. Сегодня у нас будет очень интересное видео. Это распаковочка двух посылочек с AliExpress. Здесь у меня два приспособления для гаджетов, даже три. В одной посылке должны быть, по идее, два USB-накопителя, 32 гигабайта и 128, и во второй, очень мне хочется ее распаковать, USB-накопитель для айфона, который должен вставляться к айфону, внизу, куда вставляется зарядка, и туда можно скидывать все фотки, потому что те, у кого есть айфоны, наверное, знают, что памяти у них мало, и microSD вставить туда нельзя, и вообще это жутко бесит. Поэтому я заказала такую приспособленную. Давайте начнем с вот этой посылочки. Вот даже не знаю, что тут, ничего не понятно. По треку, конечно, можно было посмотреть. Так. Как у нас все это дело упаковано? Смотрите, пузырчатая упаковочка. Что-то прям даже она прилеплена к пакету. И это у нас два USB-накопителя и какой-то подарочек. А, два колечка, смотрите, продавец положил. Здорово. А вот они сами флешечки. Хорошо упаковано все. Смотрите, внутри приклеен пузырчатый пакетик. Хочу сказать, вот эта посылка мне пришла за 14 дней с момента заказа. Я ее уже получила, она у меня была в руках. Вообще радости не было предела. Продавец, конечно, молодец. Я ссылочки на эти все товары оставлю под видео обязательно, если вам интересно. Флешка, по-моему, светленькая. 32 гига стоила 100 рублей с копейками. И 128 гигов 312 рублей, по-моему. Давайте распакуем сами флешечки. Мне, конечно, не терпится их проверить на компьютере. Тут без ножниц не обойтись. Вскрыла упаковочки. Вот так выглядят эти флешки. Они действительно металлические, как будто легкий какой-то металл. Это не пластик. Ничего здесь особенного нету, но мне и не нужно за такую цену. Вообще прикольно. Сейчас будем вставлять их в компьютер, посмотрим, насколько они работают. Ну, а подарочки — это обычные такие вот колечки. Как бы копеечные, мелочь, а приятная. Кстати, их можно надеть вот так на флешечку, прицепить ее к ключам. Очень удобно. Так, я вставляю флешку в компьютер. И смотрим, появится ли она у нас. Пока тишина. А, вот она. Смотрите, 124 гигабайта. А заявлено 128. Это, ну, небольшое упущение, я считаю. Вот, смотрите, 124 гига. Пустая флешечка. Рабочая. Все нормально. Отлично. Так, теперь вторую вставляю. И у нас появляется 29,2 гигабайта из заявленных 32. Ну, 3 гига я прощаю AliExpress за такую цену. За такую цену это ерунда. Флешечку компьютер видит. Все отлично. Все замечательно. Так, ну и следующая посылочка, она должна быть вот как раз с USB-накопителем для айфона, которая тоже очень быстро пришла, наверное, дней за 12. Ой, класс. Тоже пузырчатая упаковочка. Вот он, родимый. Как я давно тебя ждала. Но недолго. Так. Смотрите, подходит для iPad, iPhone, iPod и даже для Android. Не знаю, как для Android с переходником, потому что здесь разъемчик-то. Айфоновский флеш-драйв. Такая коробочка. А, для Android с другой стороны есть даже, смотрите, открывается. И можно вставлять в Android. Ой, вообще круто. Между устройствами можно обмениваться.
программами, файлами. Уже не терпится ее на самом деле опробовать. Как же она скрывается-то? Вот. Вот такая приспособа. Так, здесь еще чехольчик. Ага, просто так и не вскроешь даже. Не, ну молодцы, хорошо упаковали. Даже если ее во время перевозки Почта России или Гонконга будет бросать, то с ней ничего не случится. Так, не сломать бы, а то сейчас вскрою, обрадовалась. Во. Вот как это выглядит. Вот такая штукенция. Тут какая-то кнопочка. USB-шный разъемчик. О, смотрите, выдвигается, открывается и превращается в разъем для андроида. Слушайте, круто вообще. Оп! И разъем такой стандартной ширины для компьютера USB. Обратно выдвигаем, и она у нас уже для айфона. Сейчас будем тестить. Будем эту приспособу тестировать. Так как я снимаю на iPhone, сейчас пришлось взять другой старый телефон и снимать на него. Поэтому, если качество пострадает, не обессудьте. Он мне, правда, почти разряжен. Надеюсь, удастся попробовать. Так, вставляем. Ой, с чехольчиком не вставляется, кстати. Чехол мешается. Снимаем чехол. Вставляем. Блин, она вообще не держится. А, вот, все. Я просто ее неправильно вытащила. Вот, разблокируйте iPhone, чтобы использовать аксессуар. Так, ну, аксессуар. Программа не установлена. Нам нужно из App Store установить какую-то программу. Я это смотрела в отзывах. Вот как программка называется. Можете на паузу остановить и сделать скриншот. Так. Устанавливается программка. Пока она устанавливается, пойду телефон. Программа. Вставляю обратно эту приблуду. Так. Ну, в принципе, она держится вот хорошо. Так, программа запрашивает разрешение для установки связи. И уведомление. Разрешить. Разрешить. Вот открылась программка. Смотрите. Показывает мою память. Сколько у меня свободно. И 32 гига ровно флешечка. 32 гигабайта. Не знаю, фокус будет. Увидите или нет. Сейчас вот как-то перенести надо легко попробовать. Оказалось, все скопировать. Здесь, правда, меню на английском, но вот последний, не последний пунктик, второй, система альбом, потом еще какой-то альбом. В общем, нажимаю на системный альбом. И из моих фото на телефоне и видео выбираю то, что мне нужно перенести. И переношу на флешку. Так, сейчас я вам покажу, как оно перенеслось. Вот, я нажимаю на флешечку. Так, где оно? Я уже нажала. Вот, нажала на флешку, открылось меню. Смотрите, здесь у меня уже 11 фото и 16 видео перенеслись. Вот, допустим, открываем фото. Появляются все мои фотки. Видео. Видео еще копируется. Вот идет загрузочка. Сейчас попробуем. Воспроизводятся они. Да, все отлично. Вот включилось видео. Они воспроизводятся. Все замечательно. Сейчас попробуем эту флешечку на Android. Попробовала я эту флешку-накопитель на Android, но у меня он очень древний, валялся в загашнике. Не увидел он ее. Открыла вот эту крышечку, вставила, не увидел. Потом затестила на телефоне мужа, у него Honor, и
посмотрим, как у него. Компьютер, вставил уже в компьютер, ее видит. Скопировалась из памяти телефона на память флешки вообще моментально. Все, что было на телефоне, видео, фотки. Я попробовала даже с телефона, удалила фотографии какие-то, посмотрела на флешки, они остались, слава богу. Поэтому очень классная штука. Для айфонов с мизерной памятью это просто находка. Посмотрим, сколько она будет работать. Так, в принципе, ну, сделано добротно. Надеюсь, вот этот разъемчик не будет шалить, ломаться и подводить. Вот. А так вообще здорово. Особенно вот для тех, кто, как я, снимает видео на айфон и катастрофически не хватает памяти. Это просто находка. Советую к покупке. Ссылочку тоже оставлю внизу. Ну а на этом все. Вот такие посылочки у меня были с AliExpress. Надеюсь, вам понравился мой обзор и вы почерпнули для себя что-то новенькое. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. У меня еще 34 посылки в пути. Нажимайте колокольчик, чтобы видеть мои видео первыми. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.